что я уже сейчас в амфитеатре. В амфитеатре, сегодня говорят, первое место. Вот в стеночке здесь сижу. Вот видно, какой здесь подъем большой. Вот еще раз обзор зала сделан. Вот тут 17 рядов портера всего в этом зале. А потом амфитеатр, это как продолжение уже идет портера. И вот обратите внимание, какой подъем большой. То есть он очень большой здесь. Вот видно. Вот здесь еще проход есть. Это в 12 ряду. Вот 12 ряд. И вот такие боковые проходы. Вот они. То есть вот здесь уже нет проходов. Здесь нету. Вот тут такой вот зал. Вот театр Гоголя. Имени Гоголя. Пойдем сейчас еще пройдем куда-нибудь. Вот, 8 лет, 13 место. 8 лет амфитеатра. И можно пойти вот туда, самый бок, в 6 ряд. Вот здесь мы сейчас спускаемся, вот здесь. Вот 6 ряд. Вот сюда пойдем сейчас. К стенке. Если здесь будет аншлаг, все будет забито, и вот здесь придется сидеть. 6 ряд. Вот тут сбоку. О, пол дверь. Ну, здесь у меня что-то проходит маленький. Вот здесь уже все. Пройдешь. Вот. Это 6 ряд самый бок, сейчас я сел. 28 место. 6 ряд амфитеатра. Такой зал. Здесь получается здесь только портер, а амфитеатр. Но еще есть малый зал здесь. Но потолки здесь очень высокие. Видно. То есть, в общем-то, ничего не мешает здесь. Такой достаточно дом. Людей, в принципе, везде здесь, наверное, видно будет. Только вот удаленность, вот 6 ряд бок. Все видно, конечно.